Еще пару десятков лет назад визит к стоматологу был не самым желанным мероприятием. К счастью, современные технологии позволили исправить эту ситуацию. И теперь в кресле зубного можно чувствовать себя спокойно. Есть такие клиники, которые идут навстречу своим клиентам и представляют многопрофильные виды лечения. На сегодняшний день одна из важных отраслей в медицине – стоматология. Предлагает эффективные и абсолютно безболезненные решения всех возможных проблем с зубами. Использование материалов последнего поколения и новейших методик позволяет справиться с любыми проблемами и сохранить даже сильно поврежденные зубы. У меня была такая проблема, то есть у меня очень сильно болел зуб. После лечения, то есть оно прошло прямо отлично, то есть мне все понравилось, все прошло быстро, не было больно. То есть все так прошло, что я даже не заметила, как прошло лечение. Врачи рекомендуют не менее одного раза в полгода посещать кабинет стоматолога. Это поможет предупредить и вовремя диагностировать заболевание. Меня беспокоит небольшое пространство между зубами передними и боковой зуб расположен немного криво. Неправильный прикус и нарушение зубного ряда – проблема каждого десятого жителя нашей страны. Современная ортодонтия активно использует лечение без брекетов. Прозрачные капелайнеры, которые одеваются на зубы, носятся 20-22 часа в сутки. И потихоньку, незаметно для вас, исправляет ваш прикус, вашу аномалию. Благодаря тому, что элайнеры прозрачные, комфортные, легко снимаются, можно свободно улыбаться, питаться и жить в привычном для себя ритме. Наша героиня обратилась в клинику 2 года назад. Она мечтала о красивой улыбке. В течение 10 месяцев длилось мое лечение. Уже год, как я его закончила, абсолютно я довольна, очень здорово, результатом я очень довольна. Частичное отсутствие зубов, как известно, тоже влияет на качество жизни человека. Имплантация эффективно помогает устранить внешние дефекты. В руках опытных специалистов процедура установки безболезненна и безопасна. Улыбайтесь чаще, ведь улыбка – залог отличного самочувствия. Клиника восстановительной терапии «Бионика» предоставляет полный спектр стоматологических услуг. Детская стоматология, имплантация, терапевтическая, хирургическая ортодонтия, пародонтология. До 15 мая акция на имплантацию зубов 17 тысяч рублей. Подробности в клинике «Бионика». Улица Ленина, 151, телефон 219-01-35.